Госдума приняла в первом чтении законопроект о всероссийской сельхозпереписи. Она пройдет с 1 по 15 августа 2016 года. По мнению депутатов, первичная информация, полученная в ходе переписи, будет носить сугубо конфиденциальный характер. А уже итоги переписи станут доступными для официального опубликования. При доработке законопроекта ко второму чтению Комитет по аграрной политике намерен расширить перечень сведений об объектах сельскохозяйственной переписи и уточнить порядок их сбора. Также предлагается сократить периодичность проведения переписи до 5 лет. Срок подведения итогов – 4-й квартал 2018 года.